Лиф низкорончатый, лич низкоронаря, малиновый, темно-розовый окрас. Лиф низкорончатый – многолетнее цветущее растение, которое отлично вписывается в садовые и парковые участки. Кустарник имеет множество различных сортов, отличающихся цветовой палитрой бутонов, которые включают яркие и насыщенные оттенки розового и красного цветов. Как выглядит лиф низкорончатый? Хоть этот вид лифниса и относят к многолетним растениям, не во всех регионах России куст растет на протяжении нескольких лет. По факту это двулетник, поэтому важно успеть вовремя размножить куст, чтобы не остаться без цветка. Многие сорта этого подвида широко используются в ландшафтном дизайне из-за разнообразия расцветок бутонов. У лифниса корончатого обильное и яркое цветение. К сведению, корончатый лифнис ботаники относят к семейству гвоздичные. Однако совсем недавно ученые стали включать растения в состав смолевок. Свое название цветок получил из-за соцветий, которые древние греки отождествляли с фитильками. Дословно слово лифнис с греческого переводится как лампа или огонек. Корончатый вид культивируют с 16 лет. Особенно распространено было выращивание растения в домашних условиях в Северной Европе. Растение достигает в высоту не более 1 метра, примерно на такое же расстояние разрастается вширь. Раскидистый куст имеет прямые ветвистые побеги, на которых расположены небольшие овальные листовые пластины серебристо-зеленого цвета. Окрас листвы и стеблей одинаковые и кажется бархатным на ощупь. Наиболее популярные сорта лич низкоронаря. В домашних условиях в общей сложности культивируют около 15 сортов корончатого лифниса. Однако селекционеры с каждым годом повышают эту цифру, выводя все более красочные и устойчивые к морозам гибриды. Сорт Angels Blanche. Angels Blanche. Невысокий кустарник, имеющий 60-сантиметровую высоту. Когда бутоны только начинают распускаться, они имеют полностью белый оттенок, затем они приобретают малиновый. Обратите внимание, этот сорт крайне не рекомендуется выращивать с помощью семян, так как они обладают низкой всхожестью. Таинственный остров. Таинственный остров. В отличие от остальных сортов, имеет маленькие цветки, которые окрашены от розового до бордового. Обладает высокой морозоустойчивостью, поэтому легко переносит зимы. Гортнавандер. Гортнавандер. Сорт отличают скрученные в трубочку лепестки, которые выкрашены в равномерный ярко-алый цвет. Метельчатые соцветия сорта образуют шарообразные соцветия и расположены на самой верхушке побегов. Как размножается лиф низкорончатый? Чаще всего растения размножают посевом семян и укоренением черенков. Но стоит отметить, что отдельные сорта хорошо приживаются только посредством размножения семенами, а другие, наоборот, только черенкованием. Выращивание из семян. Лиф не сможет размножаться и сам с помощью своих семян, такой способ называют самосев. Когда осенью семена попадают в грунт, в период морозов закаляются и с легкостью сами прорастают весной. В данном случае нужно просто пересадить боковые молодые всходы. Если семена будут сразу же сажаться в открытый грунт, то необходимо проводить данную процедуру в марте или апреле, все зависит от региона. Главное, чтобы земля тщательно прогрелась и миновали заморозки. При посеве в ящике процедуру проводят в конце января или начале февраля. Наполняют наполовину ящик питательным субстратом и углубляют в него на 1-2 см семена. Сверху ящики укрывают пленкой и ставят на освещенный подоконник. К сведению, в качестве емкости подойдет любой пластиковый контейнер глубиной от 7 до 15 см. Можно использовать деревянные ящики. А вот металлические и стеклянные лучше не брать. Субстрат для посадки должен быть легким, воздухопроницаемым, неперенасыщенным удобрениями. Чтобы его приготовить самостоятельно, потребуется плодородная рыхлая земля, речной песок для дренажа, немного перегноя компоста или торфа в качестве органики, суперфосфат или другое минеральное удобрение, необходимое для выращивания лифниса.
Уход за рассадой заключается в регулярном увлажнении грунта и проветривании саженцем. Если всходы начали бледнеть, то стоит позаботиться о дополнительном освещении. Чтобы влага не застаивалась в почве, при возможности нужно аккуратно разрыхлять землю. Обратите внимание, из всей рассады выбирают только наиболее здоровые и высокие ростки, которые в марте или апреле пикируют в отдельные горшочки. После того, как земля в саду прогреется под солнцем, можно пересаживать саженцы в открытый грунт. Для пересадки кустиков готовят специальный субстрат из речного песка, обычной рыхлой земли, перегноя и суперфосфата. Лунки выкапывают на расстоянии 60 см друг от друга, затем их дно застилают слоем дренажного материала. Сверху распределяют небольшой слой субстрата и помещают саженцы в ямки. Для присыпания кустов тоже используют питательный субстрат, аккуратно утрамбовывают грунт и поливают отстоянной водой. Посадка саженцев в грунт. Посадка в открытый грунт. Перед посадкой саженцев в открытый грунт необходимо сначала подобрать идеальное для выращивания место. Нужно присматриваться к открытым пространствам, которые будут постоянно освещены. Большим плюсом является то, что кустарник отлично растет на любом типе грунта. Важно! Слишком рыхлый и плодородный грунт способствует росту зеленой массы куста, что плохо скажется на цветении. Черенкование. Черенки отрезают до цветения куста. Они должны быть не менее 15 см в длину и содержать хотя бы 3 листочка. Эти обрезки можно сразу сажать в открытый грунт. На слегка затененном участке вскапывают землю и вносят туда перегной и суперфосфат. Затем заглубляют туда черенки. Сверху нужно укрыть их пластиковым колпаком, можно использовать пленку. Периодически нужно увлажнять грунт. Когда все черенки укоренятся, их пересаживают на постоянное место. Особенности ухода в саду. Ухаживать за лихнисом корончатым не так хлопотно, как за остальными цветущими кустами. Главное, не пропускать необходимых мероприятий и вовремя выявлять болезни или вредителей. Растение хорошо чувствует себя на открытых пространствах с легким грунтом. К кислотности почвы лихнис не особо привередлив, но тяжелая суглинистая почва все же не рекомендуется для выращивания. К сведению. Сквозняки кусту не страшны, что является еще одним несомненным плюсом данной разновидности. Не все сорта лихниса корончатого переносят морозы и переувлажненность почвы. Также не стоит перенасыщать землю удобрениями, этого цветок тоже не любит. Полив не должен быть частым и обильным. Полив. Растение хорошо переносит засушливые периоды и обходится без частых поливов. Достаточно одного полива в неделю, а при дождливых периодах куст лучше не поливать вовсе. Вода должна быть хорошего качества, без примесей и не холодная. Перед поливом лучше дать водопроводной воде отстояться на солнце 4-5 часов. Грунт. Земля не должна быть перенасыщена удобрениями, органику лучше вносить один раз в год. Для нормального роста куста грунт должен быть максимально легким с хорошей воздухопроницаемостью. Подкормки. Подкормки проводят очень редко, достаточно 3 подкормок за лето. Все подкормки должны быть направлены только на обильное цветение куста, а не набор лиственной массы. Первое внесение удобрений проводят ближе к лету, вносят сульфат калия и суперфосфат. Данные препараты разводят в воде и поливают куст у корней. Последующие 2 подкормки проводят этими же препаратами. Когда и как цветет? Лихнис корончатый цветет очень ярко и обильно, что и привлекает цветоводов. Виды цветков. Бутоны лихниса корончатого окрашены в яркий малиновый цвет ближе к тычинкам, а края имеют алый окрас. Такой окрас признается стандартом данного вида, но существуют и другие расцветки цветков, белый с розовым, красный и бордовый. Формы цветков. Соцветия располагаются поодиночке на верхушках веток. На каждом бутоне 5 лепестков круглой формы. После цветения они опадают не вместе с цветком, отдельно, как и листья. Период цветения. Цветение лихниса достаточно длительное,
цветущий вид он имеет на протяжении 3 месяцев. Распускать бутоны куст начинает в середине июня, а отцветает в ноябре. В более южных широтах цветение может быть еще дольше. Обратите внимание. В период цветения нужно стараться не тревожить понапрасну куст. Если цветение выпало на засушливый период, нужно увеличить регулярность и обильность поливов. Подкормки вносить не стоит в этот период. Возможны и проблемы в выращивании. Как правило, проблемы в выращивании лихниса корончатого возникают из-за невнимательного ухода и занесения инфекций в грунт. Особенно куст страдает из-за переувлажнения грунта. Вредители. Растения нередко поражают паразиты, которые питаются соками куста. Среди них выделяют листовертку. Высасывает соки из побегов и листовых пластин, из-за чего они начинают засыхать. Тля. Поедает листья, провоцируя их высыхание и опадение. Паутинный клещ. Вьет паутину и останавливает рост куста. На самых ранних стадиях распространения вредителей их можно полностью вывести простым народным средством, раствором мыла. Но если нанесен большой урон, нужно более сильное средство, инсектицид для тли и листовертки и акарицид для паутинного клеща. Болезни лихниса. Болезни. Заболевания, поражающие куст. Ржавчина, появление бурых и желтых пятен на листьях. Корневая гниль, загнивание корневой системы и ствола. Пятнистость, появление темных пятен на листьях. Для борьбы с болезнями нужно обрабатывать кусты фунгицидами. Признаки неправильного ухода. Если нарушен уход за лихнисом, то у куста наблюдаются следующие признаки. Редкое цветение или его отсутствие. Происходит из-за нехватки освещения и перенасыщенности удобрениями, особенно азотсодержащими. Отсутствие роста и потери яркости у стеблей, листьев и бутонов, нехватка определенных минералов в грунте, особенно железа. Гниение корней и стеблей. Причиной является замерзание куста или чрезмерный полив. Использование в ландшафтном дизайне. Лихнис корончатый придаст много ярких красок любому, даже самому неприметному садовому участку. Хорошо выглядит на клумбах и цветниках с другими сортами. Кусты часто сажают вдоль тропинок и дорожек. Красиво растение смотрится при оформлении альпийских горек, возле скамеек или фонарей. Лихнис рекомендуется также выращивать рядом с невысокими цветами. Ромашкой. Колокольчиками. Флоксами. Астрами. Фиалками. Лихнис украсит даже самый неприметный участок. Посадку и уход за лихнисом корончатым нельзя назвать легкими, но конечный результат будет того стоить. Красивое, обильное и ярко цветущее растение удивит владельцев своими красками.